Анонс и точки до выхода 763 серии сериала «Доверенные». 763 серия сериала выйдет в эфир 22 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Пайрос просит Нану открыть ту шкатулку, которую подарил ей. Внутри нее лежит билет. Пайрос объясняет, что это символ того, что он пройдет с Наной свой путь длиною в жизнь. Девушка смотрит на него с искренней любовью и говорит, что также готова отправиться с ним в это путешествие, до самой их последней остановки. Пайрос нежно целует Нану в лоб. Пелин, сидя в гостиной, наблюдает эту картину. Ей очень не нравится то, какие отношения между Наной и Пайросом. В комнате в порыве чувств Нана целует мужа в щеку. Пайрос просит у нее шкатулку, чтобы доработать, но Нана ее не отдает. Между ними происходит небольшая ссора, в процессе которой Пайрос роняет Нану на кровать и оказывается сверху. 763 серия сериала выйдет в эфир 22 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.